Мои драгоценные, самые лучшие, самые веселые и юморные, мои зрители, мои подписчики и друзья, спасибо вам огромное за поздравления. Мне безумно приятно получать от вас такие теплые слова, прекрасные пожелания в мой день рождения. И я хочу поблагодарить каждого из вас, кто поздравил меня. Спасибо огромное вам за внимание, за добрые слова, за поддержку. Мне безумно приятно, и я счастлива, ребят, что меня окружают такие прекрасные люди, как вы. Я еще раз благодарю вас за такое внимание и хорошие пожелания. Ну, а все плохие пусть достаются тем, кто их напишет. Ну, а я, в свою очередь, хочу пожелать вам всем удачи, счастья, уюта и тепла в вашем доме. Желаю, чтобы ваши мечты сбывались и планы никогда не рушились. Пусть в ваших сердцах и семьях будет мир и достаток. Желаю каждому из вас крепкого здоровья и чтобы вас окружали только добрые и светлые люди. Еще раз, мои хорошие, огромное всем спасибо. Я вас всех целую и обнимаю. Ну и хочу сказать, что я немного могу выпадать из комментариев и из общения с вами, но я обязательно вам отвечу и прочитаю все, потому что у нас такие огромные планы на несколько дней. В принципе, планы наши уже с понедельника как раз-таки идут и реализуются в полном объеме. Спасибо еще раз, огромное-преогромное. Ребят, пусть все, что вы мне желаете, вернется вам в тысячекратном объеме. Спасибо за то, что вы у меня есть. Ну а далее крышечку моей коханой, любимой Беларуси. Великий дякуй вам усім.